В Москве сегодня встретили гостей главной елки страны, Кремлевской. В столицу приехали дети из Крымска, который этим летом пережил большую трагедию – разрушительное наводнение. Билетами наградили отличников. Ребята долго готовились, шили костюмы, мечтали о празднике и ехали в поезде через полстраны. Москва встретила южан настоящим зимним морозом, но школьников это нисколько не испугало. Сегодня гостей познакомят со столицей, а елка в Кремле будет завтра, 26 декабря.